В студии Анастасия Конникова. Здравствуйте. Выходные позволят Староскольцам и Губкинцам нагуляться всласть. По данным гидрометцентра, в субботу, 8 апреля, пасмурно, но осадков не предвидится. Утром около 7 градусов тепла, в обед вдвое больше. Вечером плюс 10, а к ночи столбики термометров опустятся до отметки 7 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. Убывающая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление выше нормы. 753-755 миллиметров ртутного столба.